Участвовать. Миссия поплавки. В аркадных боях. Только один день, только сегодня. Миссия для гидросамолетов. Что-то новенькое и прикольное. Американцы и японцы. 4 гидросамолетов участвуют. Нужно захватить базы возле авианосцев на воде и удержать. Так, полетели на маленьком. Я на япошках. Так, ну я на захват. Скорость сброшу. Такой красавчик, раскрашен. Сейчас я возьму, вы отвлекайте. Так, скрылки. Только ушел, надо хотя бы сбросить. Так, меня не разбомбите только. Захватываю. Меня не разбомбите. Что-то сумерки какие-то. Полетели дальше. Сетап пока посмотрим. У них американцы в основном, что ли? Но это нам даже хорошо. Японцы, пожалуй, посильнее будут. Так, на рожон не лезем. А то у них 5 гор стрелков. Да еще с такими пухами. Меня вмиг покрошат в капусту. Крокодилы. С Каталиной еще как-то можно повоевать. Оба, на нашу базу уже полетел. Если будете садиться, у меня есть пару маленьких бомбочек. Милости просим. Ты не врубаешь, ты на воде или... Сейчас тогда попробуем тебе закинуть 2 полтинничка. А, закрылки, ё-моё. Эх, попал, но не убил. Ладно, напугал хоть. Сваливаем. 5 минут перезарядка. Бом. Все 3 аэродрома они захватили. И чё? Говорите. Пацаны! Ладно, сами будем захватывать. Закрылки. А вось, у меня маленького не попадете. Я вот так буду рулить, колесить. Попробуй, попади в меня. Попал что ли? Уходим! Уходим! Наш так наш. О, я еще кого-то сбил. Вот это я крутой, чувак. Но этого бесполезно стрелять. В качестве фрага тут есть. Каталину-то можно? Так. Приданул. Опять что ли захватывать? Так, я закрыл, так не убрал, да? Да, так не убрал. А, кто-то захватывает? Так, на авианосец мне не налететь. Сваливаем.
Сваливаем. Запятую, девочка. Сваливаем. Так, поехали тут захватывать. Поплыли, полетели захватывать. А то время выходит. Что там с этапом? Да вроде нормально все. Так, крокодил тут. Ладно, пошли. Закрылки опять забыл брать. Что-то у меня крыло. На бок заваливается. Ну давай, 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 давай. Так, еще киску добавим, будем кататься. Чтоб нас никто тут не попал. Так, на авианосец бы не налететь. А то у меня уже так было. Сколько можно их захватывать уже? Хотя на маленьком самолетике, наверное, самое то. Да ё-моё! Уберите от меня! Еще и бомбы сбрасывают. Уходим, уходим. Так, два у нас, отлично. Так, отойдем. С этапом вроде все нормально. Блин, еще опять потеряли. Ладно, летим, еще раз захватим. Мы не гордые. О, скинуть на него пару бомбочек. Враг захватил аэродром. Нужно срочно вернуть контроль над ним. У меня же пару бомбочек выросло. Так, а у вас большие бомбы есть, давайте мочите его. Надо подражать, враг подержать. А все, он нарвался на этот. Садимся снова на захват. Так, закрылки. Опять забыл брать. Я захватчик. Так, на бок. Леску добавим и будем захватывать. На авианосец только не налететь бы, а то их не видно под водой. Вон он, вон он. Нет, не он. И вот еще какой-то трупик, на него тоже не надо налетать. Так, леску подбавим. Захватили. Мы захватили аэродром. Полетели дальше. Какой? Я уже третий раз захватываю. Ладно, я не гордый, на это и нужны маленькие самолетики. Все, что там у нас с этапом? Их раз, два, три. Их пятеро осталось. Так, ленты. Что-то не перезаряжается, полное, значит, они были. А, я же не стрелял ни в кого. Из пулемета. Три базы наши. Так, тут вроде никого и больше нету. Если вы немедленно вмешаетесь, враг победит. Не победит. Мы же уже вмешались. Так, там один крокодил. И куча наших. Куча не куча, а трое. Так, ты что, ко мне летишь, что ли? Не-не-не-не, сваливаем, сваливаем. Мне с тобой встречаться вообще не с руки. Опс, форсаж закончился. Он один, что ли? Да нет, еще должен быть где-то. Так, все, ушли, теперь можно. Три аэродрома удерживаем, должны победить. У меня, кстати, еще крокодил в запасе есть. Так, наш маленький красавчик, пернатый. Японский, городовой. Тащим, тащим. А ты давай садись. Мы на тебя хоть бомбочки подбрасываем. Ну, пока рано к тебе подлетать. Я маленькая, раненая, но гордая птица. Утка! А как, кстати? Погоняла какую-нибудь лисью этого японца. Я что-то даже и не в курсе. Что, он высоко летит? Бомбы сбрасывает. Бесполезно. Покидаем.
Че нам кабанам? Так, вот перед ним встанем, по его курсу. А нет, прямо сейчас над ним зайдем. Даже если он нас убьет, мы... А, нет, нет. Нет, 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 нет. Ты что на меня агришься? Больше не на кого, что ли? Сейчас я скину нахер. Не, ухожу, ухожу, ухожу. Я и так на одном крыле. Ура, победа! Победа! О, он так тем более на высоту поднялся. Победа, победа. Бочка. О, если так удерживать, то можно и ровно лететь, кстати. Победа. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Вы одержали победу. Привет. Летим домой. Девятое место. Ну вы поросята. Зато наклейки какие-то дали. Отметки о сбитых самолетах. Круто. Журавль. Так, у нас вообще-то поддержка. Сбит один самолет. Захвата базы. Умотаться. Че вы такие жадные? На девятое место меня поставили. Ладно, я не гордый. Ну а в общем, маленькие самолетики здесь тоже совсем не лишние. Посмотрите, как покоцан наш герой. Весь в дырах. Вот это да. Журавля надо тебе наклейку сделать. Ты ее заслужил.